Каждому свой контейнер. Улица Меликесская в поселке Зубчининовка чистая и аккуратная. Жители выбрасывают мусор в личные баки. Опустошают их регулярно. Два раза в месяц приезжает мусоровоз. Вы платите за вывоз мусора? Ну да. А зачем? Ну как зачем? Чтобы чисто около дома было. Зачем? Договор на вывоз мусора жители Зубчининовки заключили уже давно. Цена за чистоту 65 рублей в месяц с человеком. При этом владельцы коттеджа на 9-й просеке считают эту сумму баснословной и уже несколько лет игнорируют призывы заключить договоры. Мы регулярно обходим домовладение, раздаем брошюрки гражданам, информируем их о том, что нужно заключать договора, информируем их об ответственности, об административной ответственности. Штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей, если у людей нет договора. Также информируем их о том, что нельзя складировать строительные отходы, древесные отходы в бункера. Они предназначены только для ТБО. Ну, на сегодняшний день на территории городского округа охвачено порядка 51% договоров заключено с частным сектором. Все мы понимаем, что это мало. Вот, как бы образуется сверхнорматив отходов, переполнение как бы площадок идет. Жители частного сектора не желают платить за вывоз отходов. Но власти не могут позволить, чтобы контейнеры и бункеры переполнялись и превращались в свалку посреди города. Потому мусоровозы ежедневно приезжают и забирают отходы на полигон. Мусор, вывезенный сверхоплаченного жителями объема, компенсируют из городского бюджета. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.